Я счастлив, что мои сегодняшние гости и классический пианист Борис Березовский, и участники казачьего ансамбля «Вольница» любят импровизацию. Более того, не могут без нее обойтись. Ведь что может быть прекраснее, чем музыка, которая рождается и оживает прямо на ваших глазах? Именно поэтому в клубе «Шаболовка-37» есть замечательная традиция – общий джем. И сегодня это по Дону гуляет в исполнении «Вольницы» Бориса Березовского и «Эйлин Крик Крю». До встречи в клубе «Шаболовка-37». И слушайте только хорошую музыку. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой, по Дону гуляет. Если любишь, поцелуй.